Вот сюда вот ехал, была машина у меня шестерка. И вот сейчас вот поедете там, сейчас спустите, подымите налево, Гусева гора будет. Она это... Гусева называется, чем-то же Гусей Пани раньше говорили, сверху на реку там. Ну, Гусева гору прозвали. Но она и особенность от горы, там она глина. То есть это... Суглин гитара. И сами в конце горы, то есть это выступать. Я машину, представляешь, второй день покрасил машину. Все, красава, все, привез маму сюда в Карачаево. И решил от горы подняться после дождичка. Поднимаюсь до конца, ну, колеса буксуют в глине, буксовали, ну все, черт, зад. Я зад сдаю, дверь приоткрыл. Еду, раз на тормоз, у меня раз машина влево сносит, у меня дверь раз, пум, и в обратную сторону вывернулся. Ну я, естественно, психанул, и сам того не верю, дверь ухлопнул, машину приподнял, с колеи вынул, короче, спустился в зад, приехал, маму отругал, короче. То есть, потом, когда приехал в гараж, смотрю, что-то у меня на руках непонятно. Машину за бампер поднял, с колеи вынул, понимаешь, просто-напросто. Взял и вызвал. То есть поискать как бы взрывная сила. Конечно, я сам был в шоке. Олег Михин, оказывается, со мной еще был. Он подтвердил, мы с ним разговаривали. Yeah. Да, говорит, это. Я, говорит, сам это видел. У меня даже свидетель живой есть. Он в Краснодарском крае вот на 50 лет. Все как интересно. Гайкин 19 бывает. Это что-то затягивает, я боюсь. Понимаешь. Раз башка отлетает. Такие вот вещи. Колесные гайки бывает тоже. Отрываю нам.